Смотрите, обвязка рачьим шагом. Уже само по себе это говорит о том, что рачьим шагом, значит, мы будем вязать назад. Мы закрепляемся здесь и идем назад. То есть мы крючок идем в другую сторону. Цепляемся и провязываем. Опять в следующую вводим крючок и провязываем. Следующую. То есть, видите, мы не в левую сторону идем, а мы идем назад, в другую сторону, вправо. И тем самым, видите, у нас получаются вот такие вот волны. Интересные, но они не мешают растягиваться вверху. В то же время оригинально смотрится. Смотрите, назад мы вводим крючок вот сюда. Провязываем. Не торопитесь. С первого раза, если у вас не получается, ну, распустите, начните еще раз. В принципе, ничего сложного как бы нету. Просто непривычно. Таким способом, конечно, может быть, и можно вязать какую-то большую вещь, но в основном это используется в таких вот декоративных целях. Как раз то, что нам нужно. Вот. Так что давайте довязываем мы с вами и переключимся уже на линию талии. Я тоже хочу там сделать такой же рачий шаг, но если у нас, конечно, там это получится. Попробуем. Видите, как получается? Разве не красиво? Конечно, красиво. У нас все красиво. Нам нужно замкнуть круг. Вот мы дошли. Мы провязываем сюда же, откуда начинали. Последний. И все. И прячем его. Назад сюда его. И хвостики нам нужно будет сейчас точно так же проложить и спрятать. Вот. Смотрите, как хорошо получилось. И она тянется. То есть оно не сковывает вот это вот всего. Вот это нужно нам.